доброта в нас и вокруг нас. Как бы жизнь ни летела, дней своих не жалей. Делай доброе дело ради счастья людей, чтобы сердце горело, а не тлело во мгле. Делай доброе дело, тем живем на земле. Благодаря средствам Жана Бэль сегодня покормили одинокую бабушку, которая живет в глуши, на краю деревни, можно сказать, в лесу, Валентину Александровну. Она осталась совсем одна. Вот и мы поехали сегодня к ней. Вот такая чудная дорога. Едем кормить Валентину Александровну. Здравствуйте, какая яркая, красивая сегодня. Сама себе на день рождения сделала подарок. У вас день рождения было? Ну, 13 мая. Да вы что, с прошедшим вас днем рождения. Замечательно. Вот, Валентина Александровна, нет водопровода, даже вот вода талая. Смотрите, пользуется этим. Здравствуйте. Мы к вам приехали от Жана Бэль. Привезли вам продукты. Дай Бог здоровья, спасибо большое. Ой, ой, ой. Ой. Ваши дела? Как дела, все так. Как месяц прошел, я смотрю, день рождения отметили. Красив, смотри, она покрасилась. Да. Мы уже выписали, но нам привозят где-то в прошлом году, вот в сентябре привезли. Уголь, да? Да, позато лето, в июле привезли, и вот и не знаешь, когда. Есть такие люди, что не бросают в беде. Дай Бог здоровья. Да, вот Жанна Бэль передала вам большой привет. И спасибо, вот продукты, большое. Чтобы у вас было что покушать. Спасибо большое. Ну, я надеюсь, вы так потихоньку будете нам помогать. Валентина Александровна очень благодарна Жанна Бэль и очень надеется, что мы не оставим ее в будущем. Спасибо большое Жанне Бэль. Дай Бог ей здоровья. Всего-всего наилучшего. Прям я вообще не знаю. Не плачьте. Все хорошо, все будет хорошо. Смотрите, вы красивая стали. Да, себя красиво. В порядочек немножко привели. День рождения отметили. Сколько годочков исполнилось? 66. Еще, в принципе, это как бы сказать и не старая, вот так вот там. А вот все переживаю, вот лежу, я вот смотрю на эти потолки, и вот глазами все сделаю, ничего не может. Помощи ждать неоткуда. Надеяться можно только на себя. И когда появились мы как ангелы, она этому очень-очень благодарна и очень рада. Красиво у вас тут. Ой, красиво, сейчас вот трава как вылезет, не знаешь, кого искать, тоже косичу. Ну да. Ой, так-то красиво, хорошо. И еще раз хочется сказать, как бы жизнь ни летела, дней своих не жалей. Делай доброе дело ради счастья людей. Спасибо большое, Жанна Бэль, за то, что учит нас добру.